Скретчи! Да-да! Ты случаем не хочешь попробовать лесничка на вкус? Я думал, у тебя новая сумка. Гуччи там не Гуччи, что это такое? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Флашечку такое не интересует. У Флашечки одна есть, все, больше Флашечки не надо, слишком дорого-богато. Ну-ка, ну ты дурачок, ты же знаешь, как я весну. Я его 3 года ловила. А что с ним надо было сделать? Захавать его, вообще с кайфом. Знаешь, вот Миди, ты любишь? Да, но слизней я не люблю. А вот по вкусу и по консистенции, так скажем, одно и то же. Вот то же самое, что твоя Миди. Ты вот так вот. Вот и тут тоже надо вот так вот. Я случайно кнопки перепутала, скретч у нас приметного слизни. А, господи, вообще-то вот этот слизень, это как яичницу жаришь, она не дожаривается, и вот это вот слизень. О, кстати, с кайфом, нет, это, кстати, очень вкусно, многие любят. Это мой чемодан, я переезжаю. Скретчи, оно тебе не подходит. Ой, его можно жрать. Да, его можно жрать, но ты что, так и не понял? Уже очевидно же, что сегодня мы с вами будем хавать все. Слушай, слышишь, жру. Так смачно, аж самой захотелось. Короче, ребят, чтобы вы понимали, если съесть спрутика, то мы станем немножечко быстрее. Ну-ка, скретч, давай-ка сравним тебя и меня. Давай, я еще не съела. Я могу дышать под водой. Отчет. 3, 2, 1. Нифига себе. Слушайте, орели чуть... Ну, конечно, чуть-чуть быстрее, но быстрее. Блин, капец, скретч, а ну притормози. Ты что делаешь? Хватаешь? Ой, блин, скретч, прости меня, пожалуйста, только не обижайся. Потеряно 2 способности. Какие способности теряются? Ага, да. Если ты помрешь, способности теряются. Капец, скретч, вот это, конечно, невезуха. Как жаль, что овечечки не дают никаких суперспособностей, потому что это все-таки овечечки. Так, я хочу быть быстрее. Скретч, ты съел спрутика повторно? О, смотри, как я быстро плаваю. Теперь вы можете дышать под водой, а также плавать. Немного быстро. Слышь, скретч, такое ощущение, будто бы не плаваю я. Я по воде буду бегу. А что такая Иисус. Быстрая? Да нет, ты съел? Да. Не понял, а что я в разы быстрее тебя зырка? Несправедливо. Все справедливо, все нормально, все нормально. Скретчи, пойдем. Я хочу найти, что такое. Киевси? Киевси хочешь? Ну, кстати, Киевси как вариант. Курка, иди на ручки. Ты уже? Да. Я первая. Сейчас, ребята, съедим, зачитаю вам. Теперь вы можете замедлять скорость своего падения, приседая. А что, так не... Слушай, это удобно. Когда нужно, присел, когда не нужно, не присел. Да, это очень удобно. Теперь мы с тобой уж точно не разобьемся с большой высоты. Мы с тобой просто-напросто будем левитировать. Давай, вскарабкивайся сюда. Так, дай-ка я посмотрю, что интересненькое мы можем тут с тобой найти. Полетели! О, подожди, ласка, лови меня, ловишь? Давай. У-ху, лови, лови, я сейчас упаду, я уже почти... Пол сердечка, лечу. Блин, прикол, как будто в замедленной съемке. Кому нравится, лайк. Погоди, скретч, это все, конечно, прикольно. А вот это вот, а помнишь, в наших телеграм-каналах мы были в таких прикольненьких вещах? Так надо рассказать, откуда это? Флэш Стор, там есть не только канцелярия. Также там есть рюкзачки, пеналы, худойские футболочки и многое-многое другое. Заходи, смотри, а самое главное, ставь лайк под видео. Ласка, сиди здесь, да, ссылочка в описании. Стой здесь, сейчас я буду. Что ты будешь? Буду показывать шоу. Посмотри наверх, Фласка. Посмотри наверх. Офигеть. Ты как туда так быстро скарабкался? Ну давай, фокусник, показывай. Ты дурачок. Какой? Типа в замедленной съемке все было? Да, почти. Говори по-нормальному, скретч. Ну ты вообще. Так, нам с тобой надо что-нибудь интересненькое найти. Я хочу найти где-нибудь интерменчика. Нет. Белка. Что? Где? Где? Несу. Несу тебе. Что там? Ёшкин кот. Белку поймал. На дереве висела. Ты белку прям за хвост держишь. Ой, а вкусная белка? Ой, гляньте, ребята, белка! Слышь, а белка эффекты дает? Ну-ка. Нет, белка просто вкусная была. А как так? Там ее даже не пожарили. Ну, и фигня. Скретчи, поперли. Нам с тобой нужно найти что-нибудь интересное. Я хочу найти Голли. Опа! Человек-спайдермен! Ты где? Иди сюда, я попробуем. Иду. Сейчас, подожди, а ты где? Я просто тут кое-кого... тут я кабана нашел. Откуда у тебя Акаки? Ёшкин ты кот, блин! Ну, а как я хавать не хочу? А ты с кайфом, да? Да. Блин, нет, скретч, он ползет, он ползет!
Ладно, прикол. Слышь, а на голову это пялить можно? Нельзя. Слышь, что можно сделать? Что? Давай его в рамку всунем. Я думал, он будет большой и страшный, но нет. Слушай, это очень странно выглядит, если честно. Американские горки! Все, Скретч, поперли. Пойдем, я хочу в деревню. Ёшкин, так вот, наконец-таки пришли, и я могу поесть нормальную еду, а то ем черти что, непонятно. Так, Фласк, ты пока собирай грядки, я найду, кого нам пожрать. О, молодой человек, вас мы тоже сожрем. Ага. О, Фласк, я тут такое нашел. Что ты там нашел, где ты? О, голем, Скретчи, житель Скретчи. Фласк, я иду, я эти, напальными я чертилы, а я их, короче, отфигачил, на лопатки положил. Ты что такое? Ты зачем их в руках держишь? Стой тут! Ща-ща-ща! Ну и что ты там забыл? Вот, смотри на них, смотри. Да ты подниз подойди, чтобы смотреть им в лицо. А? Лежат, сгорают. Скажите, скажи, а ты давно с головой не дружишь? Вчера. Охотник. Голема, давай захаваем. Погоди, а есть крестьянина захавать? Эффекты не даются. Погоди. А если йети захавать? Ты где йети-то взял? Сидел в домике там в клетке. Офигеть, он страшный. Слышь, это что за приколы? В Майнкрафте нет таких. Наверное, нету сейчас так. Все, теперь точно нету. Бафы-то тебе дали какие-нибудь? Да, я теперь могу замораживать всех. Показывай. Ю-у-у, ты что, зубы не чистил? Я вообще-то бутерброды сожпрота. Ужас, Скретчи. О, я тоже голема нашел. Давай его сожрем. Давай. 3, 2, 1. О, теперь вы не получаете урон от падения. Теперь вы можете подбрасывать врагов в воздух. Я не враг. Меня не подбросишь. Вот я только хотел об этом сказать. Слышь. А это тоже не враги. Походу, только на зомби-скелетах там. А, с шифтом, с шифтом. Нет? Оно раз... Блин, я ее случайно взяла. Ща, а ну-ка. И на. О, а как ты... Погоди, а как ты сделал? Что ты делал? О, улетел, смотри, как высоко. А что ты сделал? Я просто спамить начал. Я такой... Погоди, ну-ка. Фига, зырь летаю. Ну ты, конечно... Ой, а если тебя спамить? О, работает, работает, работает. Офигеть, слышь, прикол, аттракцион. Ну-ка, Скретч, давай, попади. Я готов. Ну-ка, попадет, 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 попадет. Мы же големы, не получаем урон при падении. Офигеть, а Скретч полетел. Так, сейчас, а еще вот. Амели, а can't fly. Че, я тебя... Может, сработает? Я тебя буду бить очень сильно. И потом ты такая, оп, и улетишь вообще в стратосферу. В Татарстан? Ладно, спускайся. Я здесь. Ща... Слушай, Скретч, вообще прикол. Суперспособности просто улет. Вот жаль, Человек-паук не дает суперспособности. Бум! По-моему, каждый раз я выше подкидываю. Привет. Это больно было. Ну все, тебе жопа. Лови. Ты пол грядки сломал, ты что, вообще офигел? Ну-ка, давай, давай. Ты как воздушный шарик, Скретч. Знаешь, когда надул воздушный шарик и подбрасываешь его. Когда надул лягушку, она улетела. Ставьте лайк, если надували лягушку. Нет, это было в каком-то мультике, оттуда это знаю. Так, ладненько, Скретч, все. Это не я был, это... А что произошло-то, Скретч? Чё? Чертила, ну все, тебе жопа. Я сейчас наберу тут миллионы этих. Миллион. Так, коровки вот эти. Сюда, иди, иди сюда. Сейчас тебе отведаешь овчинный бубух. На! А, то сердечко! Ой, блин, прости, Скретчи. Ой, тут морковь твоя валяется. Потеряно 5 способностей. Так, я забыла, что мы способности теряем. Sorry. Ладно, ребят, встретимся, как только я сожру всех, кого жрал до этого. Ага. A few moments later. Скретчи, да ты задолбал меня подкидывать. Ну, извини, извини, я же уже сказала, прости меня. Давай, лети, не кидай. О, ха, не сработало. Уи, да тихо, не кидай. Пойдем в кузницу лутать. Я тебе что, воздушный шарик? А ну-ка, если тут... Вообще не работает, блин, бедные Скретчи, бедные Скретчи. Давай мы с тобой лучше съедем по яблочку, это очень полезно. Ну что, что? Я не голодный, спасибо. Ну и не надо, пойдем, мы с тобой сейчас найдем что-нибудь интересненькое. Портал в ад неподалеку видела. А все, я тебе... Пойдем на болото слизняков хавать. Да нифига подобного, все, не захотел слизь тогда хавать. Взорвал, вот и все. А я случайно, ты тоже самое сделала. Слизь дает приколюшки, как будто ты съел кролика, поэтому нафиг надо. Давай, подкидывай, я готов, давай. Нет, слабо, еще. Слизь!
Больше удар! Так я спавлю, что не работает? О! Нифига себе! А что ты сделал? Погоди, подпрыгнуть, походу, в этот момент надо, да? Подпрыгай вчера, подпрыгай. Да, подпрыгивать надо. Че, так, че, в ад или в пустыню, выбирай. Скретчи, давай хотя бы поводок с тобой найдем, чтобы ты хотя бы на поводке меня гонял, за собой таскал. Я буду рели воздушным шариком. Все, пойдем. Отпрыгивай. Пойдем. Давай. Давай. Раз, два, три. Сейчас, да я. Давай. Ну, добей, тебя и. Нет, подпрыгивать начать одновременно, а потом бить на счет три другие. Давай, прыгаем и бьем, прыгаем и бьем. Давай, давай, давай. Куда давай, ты? Давай, давай, сюда. Давай, давай. Давай. Все, скрэч, иди в задницу, пойдем, я уже устала. Все, пойдем. Я могу так ускорять тебя, а? С кем дружу? A few moments later. Наконец-таки мы попали в ад, скрэч. Самое главное, портал не потерять. Вот этот? Ты что, дурак, что ли? Да они так залетали хорошо в портал, промазал чуть-чуть. Я постоянно там что-то куда-то не туда залетаю, чё? Ну я же огниво из сундука взял, так что нормально. Слава богу, самое главное... Чё? Скорее, они не залетают в портал, они просто перелетают. Нет, я его кидаю, и всё, она исчезла, она теперь в этом, в обычном мире. Фласка, а почему ты в пижаме вообще? В смысле в пижаме? Я не в пижаме, вообще-то это наряд. Сейчас я тебе прочитаю. Storm Warlock Robes. Я, конечно, не хочу тебя расстраивать, но выглядишь ты как бомж в пакете в целлофановом. Это ты целлофановый пакет, бомж, алло. На, подарок тебе. Спасибо. Только не в меня. Ладно, хорошо. Пойдем, скретч, я хочу найти первым делом Ифрита, потому что мы наверняка сможем с собой летать. Пойдем, 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 пойдем. Звучит хайпово. Мне кажется, нам вон туда. Пойдем. Скретч, я хочу, чтобы ты вступил в мой орден. Орден бомжей в пакете. Уху. О, так я вообще царь-король. Вот это прикинь, да. Скретч, ну ты дырочек, ну ты убирайся оттуда. Ладно, лови. Я монах, а ты тур какой-то, поперли. Ты сказал, что крепость уже рядом. О, вот так вот она. Я король бомжей в пакетах, подчиняйся мне. Какие эти бомжи в пакетах? Ты что, дурачок, что ли? Ну ты посмотри, ты как будто в мусорном мешке с синей изолентой. Ребята, кому нравится мой мусорный мешок с синей изолентой, напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях. Скрытие, ёшки, ты кот, ёшки, ты кот. Жареный скелет? Я тоже такого хочу. Ой, погоди, там еще он дает суперспособности. Ну-ка. Теперь ваши удары будут докладывать иссушение. Теперь вы можете стрелять головами иссушителя, присев и нажав ЛКМ. Не в меня. Нормально? Да, сейчас я тоже съем, у меня их много. Так, приятного аппетита мне. А ну, нет, прикол, хочу. Да. Прикол, да? Сколько наносит? Много, одно сердечко. Стой, вот тебе подарок. О, ты где лава магмовый куб? Пёр. А он один там был, нашел. Теперь высота вашего прыжка увеличена в два раза. Так это... так погоди, это же обычная слизь. И она тоже действует как прыжок. Ну, я имею в виду, если бы в обычном мире мы с тобой слизь захавали, эффект был бы один и тот же. А стой, а теперь давай я тебя побью как этого. Как горлю. Правда, иссушение вообще не кафтеме, я тебе скажу. Ифрит, а ты собирала, да? Можешь поделиться, съесть хочу? Конечно могу, держи. Теперь вам доступен креативный полет. Теперь вы можете стрелять фаерболами, принцип и нажав ЛКМ. Офигеть, и тем, и этим. Скрэч. Реально. Вы с тобой просто боги. Слышь, ну это, конечно, прикол. Ты сразу и огнем пуляешься, и головами. Прикольно, да? Да. Ай, ты в меня попала! Скрэч, я вообще сейчас никуда не стреляла. А, нифига себе, мы рядом были. С нашим порталом. Ну, слушай, вообще прикол. Мне понравилось. Мы с тобой почти что боги, но не до конца. В общем, ребята, если вы хотите увидеть оставшихся мобов, то обязательно напишите об этом в комментарии. Ну, а мы с вами на этом будем прощаться. С вами были Флазочка и Скрэч. Ссылочка на меч в описании. Всем удачи и всем полет! Пока-пока!